Спасибо. Прокомментируйте, пожалуйста, его. Очень сложная игра, и можно сказать, по счету, да, счет крупный, но нам было очень тяжело. Коллеги, вопрос. Андрей Валерьевич, сегодня Гомель, как говорится, поставил жирную точку вот, играми первого круга. Если так, в двух словах анализировать, все ли использованы объективные возможности, чтобы быть выше во втором круге? Да, вы знаете, я думаю, что все-таки та позиция, на которой мы сейчас находимся в таблице, она, наверное, объективна. Более или менее объективна. Да, можно было бы там одно бы место выше, но, наверное, это объективно. Андрей Валерьевич, Арсенал создавал в начале первого тайма, в середине первого тайма опасные моменты. Были какие-то опасные, что вот эти не потом сценарий, как вы планируете? Ну, как раз таки тот сценарий, который мы планировали, он и сработал. Последние две игры мы отошли от контроля мяча. Ну, по какой причине? В первую очередь, да, была игра, да, было владение, но не было результата, не было голов. Мы чуть-чуть поменяли модель игры свою, систему. Больше оборонялись, наверное. И, наверное, так и есть. В расчете на переходы, на быстрые контратаки. Сегодня основной состав футбольного клуба дебютировал Максим Гаслов и Антон Семенов. Как оцените прогресс ребят в тренировочном процессе? В большей степени, наверное, Максим. Он очень здорово выглядит за вторую команду, и он заслужил этот шанс. Антон пока, наверное, это больше авансом. Результат позволял. Но Антон тоже работает, молодец. Спасибо.